Хей, йоу, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием The Messengers. Это у нас типа про ниндзя, который спасает мир. Так, здесь у нас теперь синенькие фонарики, нужно добывать и не терять. Не допрых. Слушай, у меня тут проблемы. Я в яме. Да, верно. Расстояние слишком велико. Мне ни за что не допрыгнуть. Это напоминает мне одну историю. Давным-давно воины из клана Белок придумали способ парить высоко в небо. Соприкасаясь со свободой, о какой они и мечтать-то не могли. Многие люди ошибочно принимали их за богов. Невероятно. Да, впрочем, неважно. Вот тебе. Винг-сьют. Ты получил винг-сьют. Находясь в воздухе, нажмите и удержите. Так, чтобы начать планировать, проходите над гейзерами, чтобы двигаться вперед. Тебе что-нибудь нужно? Ну, улучшения есть какие-нибудь? А почему оно не красное? Почему я могу за него заплатить? Блин, мне бы за это, конечно, потратить бы 400. Я потрачу, скорее всего, на это сначала 400, а потом уж только на этом. О, тихо. Чат, ладно. Винг-сьют. Спасибо за Винг-сьют. Да ладно, испытай его, да, и не забывай о главном. Находясь в воздухе, нажми и удерживай. Почему достаточно мне бесплатно? А другие улучшения нет? Потому что без него тебе не добиться успеха. Нельзя спасти мир, застряв в яме. А еще бесплатные плюшки будут? Есть лишь один способ выяснить это, верно? То есть тебе следует продолжить твой путь, будучи уверенным в том, что у этого приключения мира... проклятого мира и его обитателей заготовлено для тебя немало сюрпризов. Так, текущая локация. Добро пожаловать в Воичий Грот. А люди здесь есть? Когда-то давным-давно тут жили пещерные существа. Они строили всевозможные здания из... изумруда жил, скорее всего, которого пронизают эти камни, и верили, что ветер — это дыхание богов. Есть что-то, о чем мне следует знать? Да нет, разве что о том, что сейчас самое время взлететь. Ну, помнишь Винг-сьют, который я тебе дал? Да. Прости, недостаточно контекстуальных данных. Я хотел, чтобы мои слова имели смысл в зависимости от того, что довелось тебе ли уже использовать инксют в аэродинамических трубах. Что-то ты темнишь. Да что с тобой? Я дал тебе то, что в буквальном смысле позволяет тебе летать, а ты предпочитаешь торгать здесь и чесать языком? Чесать. И что рассказать? Ну, конечно. Вот тебе одна история. Жил-был король, который был очень непрост, управляя своими эмоциями. Он вечно бросался в крайности. Всегда был либо слишком восторжен, либо слишком подавлен, и тому ничего не могло довести до конца. Он уже почти потерял надежду разобраться в своей жизни и стать для своего народа достойным правителем. Как тут в нем явился странствующий охотник за реликвиями? Чтобы избавить от короля от его беды, охотник за реликвиями подарил ему волшебное кольцо. Пообещал, что в момент радости он будет делать его печальным, а в момент грусти – радостным. Кольцо стало для короля талисманом, и в результате королевство достигло процветания. Когда король сейчас скончался, предваренный колдун поспешил присвоить кольцо, чтобы наконец попытаться понять, в чем был источник его силы. И оказалось, что в кольце не было ни капли волшебства, но как кольцо, не таинственное в себе магии, могло делать радостного человека печальным, а печального радостным. Предположение есть? Да, не то, чтобы на меня была надпись. И это пройдет? На нем была надпись.
И это пройдет. Ого, глубоко. Это не просто глубоко, я только что избавил тебя от беспокойства перед посредством сказки. Спасибо, лавочник. Эй, полегче. Так, все. Попью, как раз на дорожку пойдем. У меня же горло сухнет. А ну давайте. И. Ага, Сальтухин. Давай, чел, я испробовал. И что, я ему не расскажу про парашютик? А, я еще плюс не долетаю. Блин, жалко, что двойного прыжка нету. Оно мне могло помешать. Тихо, наверх. Нужно лазить везде. Ну и блин, если 45 получается у нас этих всего будет. Игра весит гигабайт чем-то. Я думаю, может здесь все-таки у нас будет этот 45 уровней, причем бы нет. Почему бы и нет? Ака Ефа не падает. Вода. Ух. Сохранялки нету, да, поблизости там нигде. Я просто быстро это все сделал, пока у меня было бессмертие. Деньги. Хил, отлично. Отлично. Ух. Тихо. Ауч. Немного что-то пошло не так. Блин, а прямо отсюда начинать, ё-моё. Допустим, ладно. Допустим, ладно. Я не понимаю, почему он так очень быстро падает. Так, и здесь я просрался, да? Блин, это на самом деле сложно. Ну, давайте попробуем. Вот. Это сложно. Это действительно сложно. Блин, там до хера душ. Мне кажется, я больше душ зарабатываю просто здесь, бродя, ходя.
одни хилы, одни сюрикены. Ау. Ладно, погнали вниз. Нужно до хила дойти хотя бы. Ого-го. Мужичок, камнепад. Рячит. Так, ладно, погнали тогда вниз. А, так просто кнопка атаки у нас. Можно юзать. Можно контур не юзать. Так, отлично. Друг ты мой. Погнали мы с тобой, наверное, вниз. Понятненько. Задумка не удалась. Немножко задумочка у нас не удалась. Давайте, у меня есть хил. Готово. Там либо пропасть, либо нет. Это можно проверить. Я чувствую, что это пропасть. Они что, музыканты? Так, ну мне сначала нужно, чтобы этот проехал. Так, а этот не успею, да? Или успею? Блин. Блин. Ладно. Ух. Тихо. Отлично. Ага. Ирта плавал. Ладно, нормально проехался. Все-таки коснулся, ладно. У меня хил тут был, нормально, все хорошо. А, блин. Эту заразу нужно грохнуть. В бездну я не пойду. Их тебе. Так, порталыч. Улучшение. Так, воин. Атака в Цвингюстином. Так, во время перемещения Цвингюстера, чтобы атаковать цель под собой. Ого. Можете ее купить. 150 стоит. Это во время полета. Ну ладно, давай. Куплю тебе.
ты огнёк. А я атаковать в воде не могу. Слышь, паскуда? Нечестно. Это нечестно, пацан. Умный такой в воде, он решил меня атаковать. Тот момент, когда я в воде не могу атаковать. Ага, эти херовины тоже ломаются. Так, отлично. Так, оп. Охранялка. Так, у меня один сюрикен. Мне бы где-то сюрикены заполучить. Можно? Немного не то. Ну хотя ближе к боссу дайте, окей. О, нифига. Блин, мне туда нужно попасть. Ух ты, зараза. Так, один сюрикен у меня. Один сюрикен. Хорошо. Дальше должен быть босс. Это я уверен на 100%. Почему она не красная тогда? Чат. Ну, надеюсь, ты готов принять вызов. А что? А то, что сейчас тебя ждет нечто масштабное. Что? Ну, скажем так. Ты сразишься с тем, кто понимает, что лучшая оборона – это хорошая продуманная оборона. Кто это? Ах, если бы я только мог сказать тебе. В общем, ты уже задал свои 3 вопроса. Двигаемся дальше. С каких-то пор у нас здесь... действует правило 3 вопросов. Эй, это же 4. А о чем ты хотел поговорить? Да все, офигел, не хочет мне говорить про босса. Блин, сейчас серия быстро закончится, ребят. Я не знаю. Да ладно, давайте, пускай. Кто босс? Крот? Ну, в подземелье. Дракон? Ни хера подобного. Какой-то голем огромный. Вот атаки можно узнать? Шьем. Нихера себе. Ай-яй-яй. Эй-эй-эй! Нифига себе! А можно я пробегу, слушай? Спасибо. Нужно за эту... будет его убить.
Давай, 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 давай. Одно хп. Ух. Нет. Нет. Тихо. Давай, 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 давай. Нужно добить. Нужно добиться одним хп. Ух, тихо, держимся, держимся. Это еще не все, да? А! Я сдох, и он тоже. 9? Немноговато ли смертей? Может, контроль барахлит? Да не барахлит у тебя нихера. Сейчас заново с ним драться, да? Каев. Великолепно. Ну, сразимся. О, не очень сложно, на самом деле. Вот почему он так делает? А, уже вторая фаза. Вот говнюк на меня. Бац, бац. Отлично. Так, 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 это последний, это... Давай, 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 давай. Отлично. Теперь я могу пособирать сюрикешки, да? Деньги эти хери. Ладно. Не, вот этот босс был бы, ну как, был бы, был посложнее, чем те. Это я, типа, должен поблагодарить тебя за уничтожение моего голема. Ну, ты первый напал на меня. Да что ты такое говоришь? Я уже много веков рою ходы в этих пещерах, а бой завязался во все случайно. Это не так. Так. Не так. А знаешь что? Логично. Пожалуй, увидеть во мне угрозу было очень легко. Полагаю, мой инстинкт самосохранения сработал как-то слишком быстро. Да, я понимаю, все нормально. Слушай, мне жаль, что твой голем пострадал, слушай. Не беспокойся. Нет, мне и правда жаль. Ну хорошо, это и правда была ошибка. И как же мне выбраться сюда? О, я... Настрою под тебя ветер. Удачи тебе в твоей миссии. А, то есть он... Ты можешь уйти по аэродинамической трубе. И я еще раз повторяю, произошло недоразумение. Все нормально. Окей. Досудос. Не, ну да-да-да, можно бы сказать такой... У него даже много есть стадий. Вот сколько у него стадий было? Сначала он бьет просто вот так. Игловарительное что-то там. Первая у него фаза это была просто удары по очереди, да, с задержкой. Потом два раза на одном месте и перескок. Потом туф-туф просто бьет по земле. Разные в эти точки. И уже другая фаза у него начинается, когда он в самом полете. Это 4 фазы у него.
Ладно, давайте на этом закончим. Тут дальше у нас какой-то грибной мир. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.